экономисты говорят о грядущем экономическом кризисе. Ну, я не специалист, не могу ни опровергнуть, ни утвердить, но ощущение у меня такое, что для того, чтобы его преодолеть, нужен какой-то внешний ресурс. Внешний ресурс, мы не можем рассчитывать на план Маршалла, да, то есть внешние деньги, какие-то внешние какие-то займы. Мы можем рассчитывать, то есть для этой ситуации единственный ресурс, который сейчас не задействован, это творческая энергия человека, предпринимательская. Сейчас она полностью как бы подавлена, потому что система вертикали, она создает такую атмосферу, что в ней комфортно себя чувствует только чиновник, то есть только человек, который встроен в вертикаль. А человек, который что-то предпринимает, он воспринимает вот эту окружающую среду как среду опасную. Вот если не поменять эту атмосферу, если не сделать так, что именно предприниматель, человек, который что-то придумал, ну, у которого менталитет художника, что он будет главным, да, то мне кажется, экономический кризис преодолеть невозможно. Потому что, видите, если он сегодня при тех самых нефтяных как бы запасах, которые у нас есть, он все равно наступит, значит, единственный способ его преодолеть — это включение человеческой энергии. Предприниматель работает 24 часа в сутки, сам себя финансирует, сам себя инвестирует. То есть, изъяв предпринимателя из экономики, мы изымаем, ну, надежду на то, что этот кризис будет преодолен.